События, которые изменили мир. Идея скоординировать циклы лишенной ядра клетки реципиента и клетки генетический материал, который был предназначен для клонирования, первому пришла в голову Кейту Кэмпбеллу. Получить единственный жизнеспособный эмбрион, эмбрион Долли, удалось лишь после 430 попыток. У первого успешного эксперимента был существенный недостаток – очень низкий коэффициент выхода живых особей. Однако он доказал возможность полноценного клонирования или получения копии взрослого человека. Правда, со времени первого удачного эксперимента ученые и человечество так и не решили технические и этические проблемы, связанные с клонированием. События, которые изменили нас. Дождь. Optimistic Channel.